Не просто покататься на коньках, а посоревноваться в этом навыке с Дедом Морозом смогли жители Шелихова. Гонка за зимним волшебником стала только частью масштабного праздника. Чем еще удивили гостей организаторы, расскажет Анастасия Коростелева. Сотни человек вышли в Шелихове на гонку с Дедом Морозом. Попробовать свои силы в соревновании решились и взрослые, и дети. Глеб Бобков оказался в числе тех, кто обогнал зимнего волшебника. Помогла основательная подготовка. На коньках стоит уже не первый год, научила мама. К тому же семья Бобковых зимой постоянно ходит на каток. А праздник «Время дарить тепло» от «Русала» еще один повод активно провести выходные всем вместе. Праздник удался. Хороший, веселый праздник. А что больше всего понравилось? Гонки с Дедом Морозом. Это вообще здорово. Чтобы у всех гостей праздника были такие же эмоции, на стадионе организовали десятки разных активностей. Тут и фотосессия с символом 2024 года драконом, и конкурсы от сказочных персонажей, и хоровод с различными играми. Ну и какое веселье может быть без сладостей и горячего чая? В общей сложности праздник длился почти 3 часа. Подобные мероприятия для «Русала» – добрая традиция. В этом году было решено провести на каникулах акцию «Время дарить тепло». Шелихов стал одним из 11 городов России, где прошел праздник. И это часть большой новогодней программы от компании в городе Металлургов. Шелихов – спортивный город. Сегодня посмотрите, сколько людей, сколько детей. Несмотря на то, что 15 градусов мороза, ребятишки пришли вместе с родителями и все катаются. Почему мы отдыхаем вместе? Потому что Иркутский алюминиевый завод, благодаря основателю компании Олегу Владимировичу Дерипаска, делают такие праздники. У нас перед Новым годом пришла елка, пришли фигуры. Мы украсили площадь возле Металлурга. Вместе встретили Новый год. Все нравится. То есть проводим такие мероприятия как бы каждый год. И как бы чем чаще, тем лучше. Праздник классный. Надо почаще это все организовывать. То есть чтобы детей много растет, садики, школы, то есть развитие детей. То есть, как раз сейчас в городе компания строит центр спортивных единоборств. Его открытие запланировано уже на этот год. В списке намеченных и масса других важных событий в Шелихове, цель которых – сделать жизнь в городе интереснее и ярче. Анастасия Коростелева, Виктор Черкашин. Новости по будням.